есть одна такая типа поговорки в регионе. Se no le gusta cocinar, se no hace eso con amor, por eso digo, la comida no está buena. Pode ser o que pode poner carne da melhor qualidade, tudo da melhor qualidade. Se tu não cocinas com carinho, com atenção... Se você não готовишь de boa, de вниманием, то никогда у тебя ничего не получится. Потому что ты можешь гласить самое лучшее мясо, найти самые лучшие ингредиенты, но если в этом нет любви, то у тебя не получится быть.